Обзор обуви. Купили. Сегодня вот купила себе туфли на весну. Такие спортивные. К штанам, чтоб шли. Они такие спортивные. Зомш. Снимай. Их еще проносить надо. Только что свеженькие, новенькие. Ой. Жарище сегодня у нас, какое слово? 20 с чем-то градусов. Какой фирмы взяла? Какая фирма? Вагабонд. Шумейкерс. А магазин был как-то иначе, он там назывался? А магазин назывался, во, фирменный мешок. King. NS King. Ну, ставь. На столе. Что тут? Купля? Зомж. Зомж, да. Вывернутая кожа. Довольно легкие. Их, наверное, надо сейчас обработать. Еще пенкой. Наверное. Шитая подошва, не скользкая. Так, не видно? Видно. Ну да, шитая. У меня тоже шитая. Такие на весну, на осень. Классные. Да, не такую уже грязную погоду. Вот так как тепло уже. Когда не босоножка. Это немецкие они? Ой, не знаю, что за фирма. А, ты про те спрашивала? Про те спрашивала. Там Тамарис была. А это чье производство? Так я... Непонятно. Не знаю. Баркод 96. Даже не знаю. Это ёлы. Свиден. Это что, со Швеции? Угу. Или шведские? А может, шведская фирма? Варберг город. Варберг? Это наша знакомая, где живет. Румыния, помнишь? Она в Варберге. Это недалеко, недалеко... От Гамла... Как это... Между Мальме живет и Гетеборгом. Да. Варберг. Больше Гетеборгу ближе. Мне кажется, что... По-моему. Покажи там. У меня тоже мои. То же самое. Я недавно купил. Тут недели, наверное, не знаю, тут две назад недели или неделю назад. Сколько я... Тут, ты носишь поставленную коробочку. Вот. Тоже зомж. Но тут фирма другая, у меня французский, Le Conte. Вообще такая обувь классная. Хорошо носится, уже носишь. Что тут? Handmat. Рангударбус. Ай. Handmat. Ручная работа. Ручная работа, тоже шитая подошва. Я вот ношу, несколько раз одевал в город. Супер. С удовольствием ходишь. Да. Вот мои стоили... 65 или 6 евро, что-то так. Угу. А Витта обувь стоила 109, по-моему. Наверное, так, 109 евро. Я хотел купить немецкие, как она, Саламандра фирма, но как бы подумал, дом надо много денег вкладывать, дом важнее немножко, чем там эта Саламандра, и она стоила уже 200 евро, чуть-чуть задорого. А 130-150 можно еще что-то думать. Ну вот так. Вот такой обзорчик. Пока. Пока, ребята.